если запотею. Но, опять же, если я начну с 3000, я не знаю, как надо играть, чтобы сделать 3500. Дайте руну, пожалуйста, гайс. Только не увози меня, мужик. Ну не увози, ну куда? Сейчас же увезти хочет. О, руну урвал, все. Пошли отсюда. А нет, тут может закус еще будет. Раст убей. Раст убей. Хил есть, есть. Бей Расту. Навались! Изейшая. Так, руна баунти и ФБ. Это вкусно. Это банка, я слышал. Так. Ну все, в принципе, мне и пул не нужен оказался. Хорошо, что я свои тангусы не взял, потому что, ну, все вообще изи. ФБ, баунти, много денег. Просто приятно. Так, ну против Магнуса стоять вообще несложно, как бы, на шторме. Просто стоишь и фармишь. Парень еще под реминанты подходит и в спину получает удары. Так, подожди, стеканыч нужен, потому что Магнус будет фармить первыми скиллами, как бы немного, но заряжу хоть что-то. То есть, может, разок мне спасти жизнь, все дела. Ребят, чатик я сейчас не читаю, я вот сейчас табнулся, вижу там вопросов несколько уже сразу, вот. Я сейчас не читаю, потому что фармлю крипчиков. Только не увози под башню, ты ж нормальный парень. Стрей, привет. Большое спасибо тебе за записи стримов. Жаль, звук иногда пропадает. Ну, это все из-за музыки. Смотреть тебя с нашей разницей во времени тяжко. Хоть в доту с 6.83 не играю, вот досмотрю часто. Еще раз спасибо за записи стримов. Спасибо большое за донат. Да, мутятся записи из-за мьютятся. Из-за музыки. Так, Магнус на низ за руной пошел, там баунти. Поэтому пусть идет. Но опять же, руна такая себе. Ну, то есть, это иллюзия. Она, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, лучше бы мне сейчас, я не знаю, какая-то регенка выпала. Я бы ее попозже заюзал, и все было бы круто. А, ты без банки? Безбаночный. Так, ну нормально, шоквейвом фармит. У меня такой вопрос. Играешь ли ты на инвокере? И как ты относишься к сборке инвокера Квас Векс через руку? Я вот играю, выигрываю. Хотел узнать твое мнение. Спасибо за ответ. Удачных котлет и добра тебе. Знаете, что сейчас произошло, ребят? Он спас сам себе жизнь тем, что он мисанул в меня с кивером. Если бы он в меня попал с кивером, он бы сдох вот здесь от реминанта. Ну, либо я бы его с руки убил. Просто парень сам себе жизнь спас из-за того, что он валет. Вот. Спасибо за донат. Я на инвокере не играл уже очень давно. Нет, я на нем вот за последние 3 месяца на нем играл, вот скажу честно, 2 раза. Вот, и все. То есть, когда вот вышел патч, я зашел, попробовал, посмотрел, все, забил. Сейчас, а ну-ка. Ну, вот так вот тоже нормально. Вот, и... Как относишься через руку? Что такое рука? Рукой называют армлет и мидас. То есть, если это мидас, то квасовек свой инвокер с мидасом это полнейшая глупость. Армлет еще глупее. Лучше уж с мидасом тогда. О! Моя. Моя руна, любимая. По-моему, не промазал и не собирался тебя тащить. Ну да, он просто так тут начал бегать и получать удары в спину. Он просто приболел. Он хотел меня изначально вывести. Просто я начал туда-сюда бегать, он начал нервничать, и в итоге он перенервничал.
Ребят, убить на топе, гоу. Гоу-гоу-гоу, усыпляй там что-нибудь, мути, любого. Успел захексить, регенка работает, хорошо. Ну вот так вот, как-то. Вот регенка на шторме мне нравится, это приятная рука. Два телепорта на будущее. Блин, банка пустая. Так, Магнус непонятно где. О! Не, пацаны, я все. Баунти, да? Ну да, потому что Магнус ДД. Блин, самое вот печальное, что мне придется, скорее всего, катить на базу. Блин, а как этот ник прочитать так-то? Деш или девфе? Короче, девфе. Короче, тяжелый ник на самом деле. Не обижайся. Спасибо большое за подписочку. Девфе. Вот так вот, наверное. Ну, короче, я, наверное, опять неправильно прочел, но это не важно. Вот, спасибо большое за подписочку, братишка. Приветствую тебя. И надеюсь, это не последний месяц твоей подписочки. Так, ну надо руну ждать. Через руку парень имел в виду через арчит. Не умер. Критые МП. А, через вот это вот рука. Понял, да. Хорош. Назвали слотов побольше. Хорошие слоты. Так, Soul Ringus. Так, на меня, надеюсь, моргают типа гангов нет, или в чем проблема? Руна нужна. Убить, убить! Усыпить и убить! Какой же он слоупок этот? Бейн мог усыпить, и тогда бы мы его убили, наверное. Не факт, конечно, но я думаю, осилили бы. Так, а что тут? Огр с арканами, баунти я возьму, но огра надо убивать. А, подожди. Ты что, поезд? Паровоз? Догоню, убью. Вот это Магнус Алёша. Просто закончилась хоста, и он... Подождите. Сейчас. Так. Тихо. Тише, будь. Пупет. Ну это как пупей, только пупет. Так, все, можно покачаться и пойти на базу. Вот, собак уронили. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Неунди! 3 месяца. Спасибо огромное за 3 месяц подписочки. Спасибо за поддержку, которую ты мне 3 месяца эти оказываешь. Так, и убить кого-нибудь срочно.
Усыпляй! Сон! Сон ульт! Ульт сон! Что-нибудь из этого! Давай! Ой, молодец-то, какой стил! И килл. Ну, почти килл. Надо было Soul Ring нажать, и тогда бы хватило маны на Remnant. Тогда бы я сделал дабл килл. Но, что уж поделать, не нажал я Soul Ring, а не нажал я его, потому что я думал, что я его нажал. А оказалось, не нажал. Вот так вот. Так, регенерация? Нет, не регенерация. Neon Dai. Я неправильно читаю ники, большинство ников. Но я стараюсь, ребят. Я стараюсь. А чё, если все норм-ники заняты? Я тебя прекрасно понимаю, поэтому я стрей 228, 228, а не просто стрей. Поэтому вот в этом деле я тебя прекрасно понимаю. То есть, если все ники заняты, то ты можешь стать кем угодно. Так, Фантомас на миде. Ну, он мне не страшен. Пока не критует до героев. Сейчас еще один кинет в меня. То есть он не в крипов будет кидать, он будет кидать в меня. Ему фармить не надо. О, а тут пацаны еще Никс, наверное, в инвизе. Никс в инвизе, может быть. Я уверен, что тут Никс в инвизе, ребят. Ставлю Soul Ring просто, что сейчас выйдет Никс и кого-то что-то даст. Ладно, подстилить это всегда правильно. А вот же. Так, ну сейчас там реверс полярити будет. Отсюда надо улететь. Он опять пытался дать. Да. Всех убили. А что мне моргают? Дабл дэмэдж, вот, ты Soul Ring. Ну не повезло. Soul Ring отдавай. Так не, нюкс был, ребят, все считается. Я просто думал, что он в инвизе. А он оказался просто пришел. Пешочком. Так, ну крас маны хватит. Сейчас зафармлю кинтов. И пойду на базу схожу. Ну, как бы дабл дэмэдж есть, почему бы не сходить на базу, потом портнусь куда-то либо на топ, либо на мид, либо, ну, логично. Куда-то портнусь и кого-то убью. Так, куплю что-нибудь дорогое. Так. Бейн. Бейн... А, так, там Леорик есть. Я думал, Бейн там один сражается, а у меня один. Вот, тут Магнус. Борис здесь. А, я понял тебя, Боря. Ну ладно, не вопрос. Я парень простой. Так, и что дальше? Каковы твои планы? Так, ну Боря был и Бори не было сразу. Неожиданно. Ай! Тало! Крыса. Все-таки настиг меня жучара за косарик. Так-то. Ой-ой-ой, как обидно. Сейчас бы был арчит, и все было хорошо. Пришел Никс, снял с меня косарь и ушел. Сейчас у него появится какая-нибудь грязь. Ну, бывает. Ладно, что-то есть хорошее, потому что я иду сейчас на топ, здесь очень много крипов, а крипов я люблю.
Так, я не пойму, что-то я сейчас смотрю в чат, и меня все оскорбляют. Помойка, Мухасранск, 6К, короче. Чё меня команда-то обижает? Я вроде норм. Срочно нужен артефакт мне один. Где курица? Понятно. Подождешь. Алло! Стоять. Все. Так, бежать отсюда надо. Скорее, что у Никса... Дагон! Убил Стрея, взял Дагон. Красава. Нет, драться там не стоит. Потому что все-таки, я думаю, 5 на 5 это такая себе затея сейчас драться. Конечно, там уже драка идет, но я ее не начинал. Я не знаю, там... А, там один Леорик просто подошел и сдох. Так драки не было. Стрей нафидел на Дагон. Вот тут я с ним полностью согласен. Умер от Никса, подарил Дагон. Ладно, ПТ... А, бежать. Какое ПТ, если надо бежать? Потому что Ник, скорее всего, портнулся на Т2 на топ, и сейчас он бежит уже за мной. Нет, все хорошо. А вот он. А, так я зря портуюсь, тут похороны. А, Магнус-то загулял. Загулял. Приятный фраг. Так, надо бы Бладстоун сделать, потому что с маной сейчас проблемки у меня нереальные будут. Плюс еще там Никс. Короче, мне много всего надо. А стак? Так, а зачем стак, если их можно зафармить? Алло! Сука, Дазл. Краус. Короче, надо отсюда валить быстрее, потому что что-то мне подсказывает, что здесь не... Ага. Киллинг спри, да? Дагон левел 2. Приятно. А что кабан сделал? Озверел? Понял. Звери. Ладно, пойду на миде башни сломаю. Ребят, я на топ не пойду. Я нет. А попасть можно? Пизду тебя. 4 удара дал. Удача и жадность. Ну, нет. Ну, короче, это такая ситуация не должна была происходить, потому что я должен был убивать фантомку и убивать башню. Но я дал 4 мяса из 4 возможных. И все. Да, для меня 50% фантомки это 100%. Так работает дота с моей стороны. Так, Ростислав. Вард поставил. Алло, а может ты покачаться дашь мне? Давай. Так, а ну-ка. Грязный жук. Грязный жук. Да, ты хотел, я видел, ты хотел, да, блин? Хотел же, честно скажу, ну хотел же. Ну скажи, хотел или нет? Конечно, но... Так, там пацаны пошли куда-то драться, непонятно куда. Я не пойду туда драться. Драка за территорию. Т1 стоит, драка просто за территорию между тверами. Вот так вот он дерутся. Просто подраться. За Т2. Преследуйте их, вы сильнее, пацаны.
Хорошая драка. Так, надо бежать отсюда, потому что сейчас жуксы придут. Жук-то злой, хочет отомстить. Правильно? Правильно. Все, на топе. Молодец. О, стаки. Приятно. Привет, стрей. В датку гоняю мало, но твои стримы смотреть нравится. Продолжай в том же духе, мужик. Спасибо, братишка. Стрей, я гем тебе куплю. Вот. Давай. А я врагам его отдам тебе. Я парень такой. Гем — это артефакт смерти, ребят. Вот вы можете бегать без гема, у вас будет стата 20-0, все будет хорошо, победа, слава. Только возьмете гем, все, сразу умирай. Ну, я так, по крайней мере, у меня так всегда. Просто стоит мне взять гем, все, сразу же смерть. Стрей, добавь, я буду тебя обмазывать мид. По-моему, где-то вот слева что-то здесь нехорошее. Ну да, нападают они. Ну, блин, на Магнуса нападать — это, по-моему, жадность. Или это тупость от Магнуса, от моих двух. Да, это тупость, скорее всего, от Магнуса. Ну, я видел слева пацана, и мне казалось, что их тут много. А потом я так посмотрел, что на топе герой. Что там по гему? А где гем? Вы же гем обещали. Опять меня команда надурила. О, у них Огр есть. Я его так мало за игру видел, что даже забыл про него. Кого гем? Так, сейчас надо проследить. Ставь! Заходи туда, заходи. Заходи. Понял. Собачий гуляет. На топе никого. Магнус с барабанами. Хорошо. Барабаны на Магнусе — это нормально. Даггер не нужен. Согласен. А тот это прыгнет, ультанет, и я умру с двух хритов от фантомки. Зачем оно мне надо? Лучше барабанщиком быть. Он за ним собака ходит. Так, ПТН на силу поставить, потому что каждую секунду я рискую от Никса. Поехать. Чё вы мне моргаете? А, вот так вот. Вот что вы мне моргаете, значит. Нет, ну это было слишком много. Я ожидал Никса, но не ожидал Раста, что он тоже с ним соберется в рейд. Так, хорошо, что гем не дали. Дали б гем, уже все, гема не было. Хотя с гемом бы я, наверное, даже выжил. Ко мне Пнюкс не подбежал. Понял, возьму. Правда, придется, конечно, стиканы продавать, которые не раз жизни меня спасали. Ну что поделать? Что поделать? Придется. Барды у них везде стоят, такие уж жесткие. Го по боту Т2. Алло! Ты, видимо, не понял, да? Или понял? А, мультикаст. Вот он. Так, ну Бладстоун как будто только купил. Как новенький. Так, ну, а, линза. Хорошо. Далеко бежишь? Молодой человек. Все, go mid tower. Mm-hmm.
Да, Крид. Ребят, сейчас прыгну, убьем фантомку. Понял. Не я прыгаю. Так тоже сойдет. А я попаду хоть раз. Один раз попал из четырех, ребят. Как обычно, в принципе. Дальше, гол Т3. Тихо. Хельп! Гем! О, это хорошо, кстати. Только ты долго меня держать будешь, или у тебя сетка бесконечная? Так, и качаться скорее. С драки качаться быстренько. Все. Раста, короче, сетку, видимо, замаксила, потому что она очень долго держала. О, Бэйну, а не, жрать и спать. Жрать и спать. Кстати, если бы ты повесил третий скилл на фантомку, то, возможно, она бы умерла. А ты решил повесить белый скилл. Белый скилл, первый скилл. Белый скилл. Какое БКБ? БКБ для слабохарактерных. Деньги отдай, кучара. Оно уже на бабки смотрит. Это мои бабки. Сори, конечно. Так, надо заходить, в принципе. Хотя у нас одного бойца нету, который Аганим фармит. Догон четвертого у Жукса. Стоим тут. Так, у меня такое ощущение, что вот тут герой. Нет. Неужели они АФК стоят просто на базе? А вот он. Еще попасть разок. Ну, догон для этого берется. Так просто забей. Вот, для этого и взял догон, чтобы эту фантомку убивать. Потому что с руки я ее просто не убиваю. МКБ делать глупо, а догон он нормально справляется. Курица. Ой, сети. Все, вообще, уберите от меня эту раску. Да хватит усыплять.
Давайте змей пофармим, чего вы их боитесь? Короче, я понял, я их с лоу-граунда не пофармлю. Тоже, 100% мисс. Куда курица летит? Стрей поменяй местами гем и бладстоун, не вопрос. Зап! Так ладно тебе. А, у меня ж догон левел 2. У меня ж на базе. Сундуки. Да дайте кого-то зафармить. Да дайте зафармить кого-нибудь. Под фонтан, гол за фантомкой. Леорик, у тебя ульта есть. А попадать. Все хорошо. Так, вот этот трек мне точно не нравится, потому что он будет вот так играть и все. Такое. Так, это тоже вот. Вот этот нормальный. Так, Ростислав, ты где? А ну-ка, сейчас будем ассасином. Сейчас покажу. Сейчас вот сюда выходит жук. Вот сюда. Жук, ты где? Ну, он в инвизе, наверное, будет идти, поэтому жука нет. Лучше Расту. Где враги? А чё всегда ко мне разведчики вражеские в лес приходят? Я тут стою, никого не трогаю, крипы просто пришли, рассекретили. Неужели они все АФК стали? Ну блин. Алло, а где они все? Да, сейчас РП будет. Вот так вот. Удачи там, все дела. Камбэк, ГВП. Ты чего? Ух ты, я попал. Ай, карапассирование. Хиксы, станы, змеи. Уже сетку бежит давать, меня понимаете? Он линзу специально купил, чтобы меня сетку давать с большого рейнджа. Не надо. Магнус сейчас будет блинк делать и скивер, смотрите. А, он не меня. Понял. Еще раз огра. Армия врага уже чарж взяла на меня. Почему я не удивлен? В принципе, 900 это приятно.